Возможно, вы встречали фотографии, на которых мужчины британской королевской семьи запечатлены в кильтах. Это не только дань уважения к шотландским традициям, но и воспоминания о школьных годах. Именно в шотландской школе-интернате под названием Гордонстон Скул провели детство герцог эдинбургский Филипп, супруг Елизаветы II, и все сыновья королевской четы, принцы Чарльз, принц Эндрю и принц Эдуард. Дочь Елизаветы, принцесса Анна, не училась в этой школе, так как в те времена сюда принимали только мальчиков. Однако позже обучение стало совместным, и Анна отправила в Гордонстон Скул обоих детей – Зару и Питера. И сегодня компания Мариади приглашает вас в эту королевскую школу, где учились и продолжают учиться многие представители королевской английской семьи, а также представители элиты британского и вообще всего мирового общества. Меня зовут Адиль, я специалист в области британского среднего и высшего образования, с весьма большим опытом оказания помощи своим клиентам с правильным выбором и поступлением в учебные заведения Великобритании и не только. Итак, Гордонстон Скул. Находится школа в округе Мори на северо-востоке Шотландии. Основанная в 1934 году, школа владеет огромной территорией в 60 гектаров. Раньше здесь было поместье, которое отмечено в документах 17 века. Учатся в Гордонстон Скул примерно 600 человек, причем 500 из них на полном пансионе. Поэтому это такая полноценная школа-пансион Великобритании. Почему англичане и непростые англичане отдают своих детей в школы с проживанием, то есть в школы-интернаты? В этом есть свой глубокий смысл. Расскажу вам, если будет, конечно, интересно, при личном знакомстве. На момент съемки этого видео моим детям 11 и 13 лет. Родились они у меня в Англии и уже ходят в частные английские школы, но пока на дневной основе. Я серьезно рассматриваю отдать их на пансион с 14 лет. Расскажу почему и в какие школы тоже, если будет интересно. Примерно треть ребят приезжают учиться в Шотландию в Гордонстон Скул из-за границы. Так что не надо думать, будто это такое закрытое учреждение исключительно для британских аристократов. Кстати, сюда отправляли детей люди из богемной, так скажем, среды. Например, сэр Шон Коннери или рок-музыкант Дэвид Боуи. Между прочим, есть у школы и даже вымышленная выпускница. Именно здесь по фильму училась знаменитая Лара Крофт, расхитительница гробниц. В Гордонстон Скул преподают программу GCSE и A-Level. Можно выбрать EPQ или BTEC в области физического воспитания и прикладных бизнес-исследований. Студентам из-за рубежа предлагают английский как дополнительный язык. 96% учащихся поступает в высшие учебные заведения, в том числе самые престижные. При этом около 80% выбирают британские вузы. А вы в курсе, в чем заключаются особенности программы GCSE, A-Level, EPQ или программы BTEC? Не переживайте, если не в курсе. Мы в Мариади обо всем вам расскажем и даже поможем с правильным выбором предметов, которых нет обязательных в старших классах британских школ. Кстати, все консультации, помощь с выбором и поступлением в нашей компании абсолютно бесплатны. А подсказки, как связаться можно с нами, будут в описании к этому видео. Гордонстон Скул в свое время славилась практически спартанскими условиями. Закаливание холодной водой, пробежки по утрам и прочие укрепляющие дух и тело процедуры считались неотъемлемой частью воспитания в этой школе. Огромное внимание, конечно, уделялось спорту, и ученики должны были максимальное количество времени проводить на свежем воздухе. Нравилось это, конечно, не всем. Например, принц Чарльз считал тогдашние школьные порядки чересчур строгими, а вот принц Филипп
так вдохновился, что организовал собственные соревнования для крепких духом и телом людей. Знаменитый приз герцога Эдинбургского, за который соревнуются школьники всех практически учебных средних заведений Великобритании. Конечно, сейчас школьные правила сильно смягчились, однако спорт, дисциплина и здоровый образ жизни здесь по-прежнему в почете. В школу принимают детей любого вероисповедания, но участие в некоторых церемониях обязательно. Здесь принято собираться каждое утро в маленькой часовне Святого Михаила. Очень такой красивой и изящной часовни. Но молиться никого не заставляет, достаточно просто присутствовать. Впрочем, о том, как англичане относятся к религии в школах, или даже как я отношусь ко всему этому, не имея религиозной принадлежности, но уже обучающий своих детей в британских частных школах, в основах которых стоит религия, если будет интересно, тоже расскажу уже при личном знакомстве. В школе 8 пансионатов, они разделены по полу и возрасту учеников. В каждом живут педагоги, которые готовы оказать поддержку и прийти на помощь ребенку в любое время. Очень популярны различные соревнования между этими домами. В столовых подаются сбалансированные и вкусные блюда. Работает медицинский центр. Есть даже собственная пожарная команда. Условия проживания, качество питания, возможности школы для всестороннего развития ребенка, общая атмосфера в той или иной школе. Все это не менее важнее, чем, скажем, академические показатели школы. Почему-то многие родители забывают, что отправляют своих детей на обучение в другую страну, где школа становится для ребенка вторым домом. И от атмосферы, окружения, отношений, условий будет зависеть эмоциональный фон ребенка. Все это невозможно полностью, к сожалению, оценить дистанционно. Именно поэтому мы в Мариаде знакомимся со школами лично, на их территории, а не на образовательных выставках. Ну сложно было учиться? Ты же сразу попала в класс, села за парту с английскими детьми, да? Здание было построено под колледж. Так, будем сейчас гулять по этому дому. So what's the topic of the lesson today? Enzymes. So we... На автобусе деток возят, чтобы они какие-то продукты себе купили, если захотят. И как я говорил, это один из пяти бординг-домов. Самообучением они здесь занимаются. Сначала было сложно влиться, потому что я никого не знала, но было несколько русских ребят в моем году, поэтому было слегка проще. Ты плохо себя чувствуешь? Все хорошо. Все хорошо. Вот это вид. Это главная гостиная. Класс. То есть это получается хозяйка дома, housemother, это хозяйка дома. Pleasure. Тоже смотрите, какие зеленые лужайки. И идет также изучение предметной терминологии. Очень просторно. Ну, некоторые просторные, некоторые нет. Обратите внимание, ко всем рабочим местам подведены газ, вода. И есть свои удобства? Во всех комнатах. На следующей неделе у меня назначен визит в Гордонстон Скул. И, возможно, к моменту вашей первой бесплатной консультации у меня будут свежие впечатления от этого визита, которыми я, конечно, с вами с удовольствием поделюсь. На школьной территории есть поля для регби, футбола, крикета, хоккейная площадка, теннисные корты и беговые дорожки, спортзал, бассейн, скалодром, зал для баскетбола, спортивных единоборств. Можно заниматься верховой ездой, стрельбой из лука, гольфом. Морское дело было основной частью учебной программы с момента основания школы. И судно, школьное судно Ocean Spirit of Moray видело разные моря и океаны. Помимо этого работает множество клубов по интересам от кулинарии до астрономии. Если вы хотите познакомиться ближе с этой школой или любыми другими учебными заведениями из числа наших партнеров, а это практически все колледжи и школы в Англии, включая 72 университета, то вы всегда можете обратиться к нам, напишите или позвоните. Мы расскажем вам о всех особенностях британской системы образования. Поможем выбрать школу, предметы, программу, опираясь на ваши критерии, и поможем поступить
совершенно бесплатно. Есть у нас и другие услуги, например, опекунство. Кстати, наши клиенты получают целый триместр опекунства в подарок. Обращайтесь, мы всегда на связи. Подсказки, как можно связаться с нами, будут, напоминаю, в описании к этому видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ждем вашей заявки на свою первую бесплатную консультацию. Пока! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.